Необычный поворот событий. ОЦК вскользь сообщила о развертывании всех родов войск. Источники, близкие к командованию, сообщили, что штурмовики и вертолеты будут поддерживать наземные силы с тем, чтобы сломить хребет, лезущим в демилитаризованную зону вьетконговцам. Ожидается, что это будет одна из крупнейших операций за все время конфликта. Другое неожиданное событие. Движется противник. У нас тут буки на подходе.
Обыскали ее! Приближается легкая техника.
Залезешь, недоумок! Обратно в бой, паскуда! Дезертируешь с поля боя никак! Thank you.
солдат! Будет хорошо. РСК объявила о серьезной победе. Войска США отбили наступление 19-й армии в районе демилитаризации. Стало понятно, что северо-вьетнамская армия пойдет на любые жертвы, чтобы удержать свой аванпост на неприступной, окруженной со всех сторон джунглями горе в Южном Вьетнаме. Войска США стягивают значительные силы, готовя штурм позиций СВА.